Екібастұзда қалыптасқан жағдайға қатысты жалған ақпараттар көптеп таралуда. Өкінішке қарай тұрғындар ресми емес ақпарат көздерінен алынған мәліметтерге нанып қалуда. Мәселен, кешелі бері Екібастұзда мародерлік оқиғалар болып жатыр деген фейктер тарап кеткен. Бірақ жергілікті полиция өкілдері бұны жоққа шығаруда. Екібастұзда жағдай тұрақты. Бұл деректер, мәліметтер толық емес. Мен мәліметтерді қазір айтпайын. Бұл 6 күн ішінде бір пәтер ұрлығы болды. Бұл Петренко 11 көшесінде үйінде 22-ші микрорайонда. Бұл микрорайон бойынша жолу мен су өшірілген жоқ. Бұл жалпы қылмыстық ұрлық болды, пәтер ұрлығы болды. Бұл күдікті адам бар, қазір ашылу себептер ашылады бұл қылмыс. Пәтерлер иесіне біздің жеке құрам жергілікті атқарушы қызметкерлермен бірге подъездарда жүріп, пәтерлерін тастаған бетте жалпы бір жағдай или күдіктілерді көрсе или подозрительные азаматтар көрсе жүзекке хабарлама берсін деп хабарлап жатырмыз. Алгоритм действия населения, пострадавшего при чрезвычайной ситуации. Первое. При введении режима ЧС акимат города Екібастұза организует пострадавшему населению пункты обогрева с обеспечением горячего питания и местами отдыха. Второе. При разморожении батарей либо отсутствии тепла в жилых помещениях необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата 8 71 87 74 00 41 8 700 299 78 06. Телефоны WhatsApp 8 701 338 76 24 8 707 627 93 32 и на телефон 112. Третье. Граждане, получившие ущерб в случае ЧС, обращаются с заявлением в произвольной форме на имя акима города Екібастұза, в которых указывают данные заявителя, адрес проживания, причину ущерба. Адреса обращения. Пункты обогрева по адресу школа номер 17, улица Рабочая, 1. Пункт обогрева по адресу школа номер 4, улица Абая, 84. Пункт обогрева по адресу школа номер 23, улица Сатпаева, 24. Пункт обогрева по адресу школа номер 22, улица Ауэзова, 54А. Школа номер 21, улица Петренко, 7. Пункт обогрева по адресу церковь, улица Ауэзова, 161. Пункт обогрева по адресу мечеть, улица Тарайгырова, 165/56. Также в городской центр культуры ОНЕР по улице Ауэзова, 62А. И музыкальную школу по улице Ауэзова, 55/1. Четвертое. После регистрации вашего заявления акимат проводит комиссионное обследование вашего жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения. Скорее всего, вообще? Дома. В нашем подъезде двое от силы могут жить, и все, остальное все покинуло. Здесь никто не живет. Отопления с 27 числа нету. Воды нету с 27 также числа. Помимо отсутствия отопления, в некоторых домах нет воды. Это еще одна причина, по которой жители Екібастұза покидают свои квартиры. По информации полицейских, кража в эти дни была только одна. И та, не связанная с ситуацией. Введение чрезвычайной ситуации в городе Екібастұза, личный состав управления полиции переведен на усиленный вариант несения службы. В двухсменном круглосуточном режиме личный состав работает. 250 сотрудников управления полиции Екібастұза сейчас задействованы. К нам откомандированы 30 сотрудников департамента Павлодарской области, 6 автопатрулей, которые сейчас работают в микрорайоне 5, 5А, 6 микрорайоне по недопущению краж, мародерства, грабежей тех многоэтажных домов, где остались без тепла и света. Каиржан Шакаргалиев заверяет, ситуация под контролем. По его словам, в Екібастұзе около 20 домов пустуют. Мародерства среди них нет. Да, Дома? Скорее всего, дома? В нашем подъезде двое от силы могут жить, и все, остальное все покинуло. Здесь никто не живет. Отопления с 27 числа нету. Воды нету с 27 также числа. Помимо отсутствия отопления, в некоторых домах нет воды. Это еще одна причина, по которой жители Екібастұза покидают свои квартиры. По информации полицейских, кража в эти дни была только одна.
и та не связанная с ситуацией. Введение чрезвычайной ситуации в городе Кибастуза, личный состав управления полиции переведен на усиленный вариант несения службы. В двухсменном круглосуточном режиме личный состав работает. 250 сотрудников управления полиции Кибастуза сейчас задействованы. К нам откомандированы 30 сотрудников департамента Павлодарской области, 6 автопатрулей, которые сейчас работают в микрорайоне 5-м, 5А, 6-м микрорайоне по недопущению краж, мародерства, грабежей тех многоэтажных домов, где остались без тепла и света. Каиржан Шакаргалиев заверяет, ситуация под контролем. По его словам, в Кибастузе около 20 домов пустуют. Мародерства среди них нет.